Во дворце бракосочетания сегодня те, кто уже обрел семейное счастье и хранит его от житейских бурь, а теперь готов поделиться им с другими. Одна из таких семей – семья Колесниковых из Новоалтайска. Мы отвезем в ЗАГС города Новоалтайска. Мы как раз живем в соседнем доме. Мы очень часто наблюдаем за молодоженами, за парами, какие они счастливые уходят оттуда. И будет очень здорово, что мы прикоснемся к этому. Самое главное – это тепло и уют семьи. Это вот этот маленький огонек. Это будет замечательно. Колесниковых сплотили успехи в спорте и олимпиадах. Другие супруги вместе занимаются бизнесом или просто растят детей. Кто-то дождался супруга с СВО и теперь помогает ему восстановиться. Все эти семьи – пример для других. Мероприятие направлено на то, чтобы все прикоснулись к этому огню, поскольку это огонь святой. Он доставлен был в Москву из Свято-Троицкого монастыря, из Мурома, который является родиной святых Петра и Февронии, являющихся покровителем семьи. Я желаю, чтобы и ваша жизнь была, конечно же, всегда склеена из добрых, счастливых моментов, а ваша счастливая семейная жизнь продолжалась во многих поколениях ваших детей. Свеча в лампадке самая обыкновенная, хоть и подожгли ее от церковного огня. Теперь частички семейного пламени будут храниться в городских ЗАГСах региона. И любая семья края может зажечь свою лампадку от огня из Мурома и принести в свои дома. Главное верить в то, что этот огонь поможет сохранить любовь и благополучие. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.